Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать очень простой и в то же время красивый и нежный листик с бисером. Так наш листик будет выглядеть из пряжи секционного крошения и так из однотонной пряжи. Для работы нам потребуется пряжа секционного крошения, крючок и бисер. Бисер мы используем крупный, прозрачный и неровный. Перед началом работы бисер нанизываем на рабочую нить. Начинаем выполнение нашего листика с 7 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее еще выполняем одну воздушную петелечку и вводим крючок во вторую воздушную петлю от крючка. Провязываем столбик без накида. И считаем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Мы выполнили 6 столбиков без накида. Далее вводим крючок в воздушную петелечку, последнюю, выполняем соединительную. Далее вяжем 2 воздушные петелечки, накид на крючок и вводим крючок в воздушную петлю, куда провязывали соединительную. Выполняем столбик с одним накидом. Далее 5, 2 воздушные петелечки, накид на крючок, вводим крючок в вершинку столбика с накидом, но обратите внимание, я сверху ввожу крючок, захватываю 2 нити. Далее выполняю столбик с одним накидом. И еще точно так же один раз. 2 воздушные, накид и столбик с накидом. Выполнили. Далее вяжем 3 воздушные петелечки. Накид на крючок и я ввожу крючок в первое колечко. И вытягиваю нашу рабочую петлю. Выполнила натяжечки. Точнее, одну натяжечку. И теперь выполняю их еще 3. Всего должно быть их 4. Раз. Далее. Второй раз. Третий. И четвертый. Далее накид на крючок. И в следующее колечко я выполняю 3 натяжечки. Раз. Два. 3. Накид на крючок, в следующее колечко опять 3 натяжечки. 1, 2, 3. И теперь давайте посмотрим, как мы будем провязывать эти натяжечки. Сначала мы провязываем без бисера 2 нити, то есть петля и накид. И далее подтягиваем наш бисер. Захватываем рабочую нить за бисеринкой и провязываем петлю и накид. То есть вот 2 нити. Опять подтягиваем бисериночку. Подтянули и провязываем 2 нити. Опять подтянули бисериночку. И провязали. Тянули бисериночку и провязали. Так мы с вами вяжем.
пока на крючке не останется 2 петелечки. Не спешите, аккуратненько. Вот уже почти одна сторона у нас с вами готова. И последняя бисериночка. На крючке остается 2 петелечки. И мы будем переходить на выполнение противоположной стороны. Мы вытягиваем крючок и переворачиваем нашу работу таким образом. И начинаем выполнение натяжечек уже на противоположной стороне. Накид. И в первое колечко выполняем 4 натяжки. 1, 2, 3, 4. Придерживаем пальчиком. 1, 2, 3. Переходим на третье колечко. 1, 2 и 3. И выполняем все точно так же, как и на противоположной стороне. Сначала мы провязываем просто 2 нити, а далее подтягиваем наш бисер. И начинаем провязывать 2 нити. Вяжем так, пока у нас с вами не останется уже 3 петелечки на крючке. Еще раз. Наша ниточка. 3 петелечки на крючке у нас осталось. И теперь мы все 3 петелечки провязываем вместе. Вот такой красивый, аккуратный у нас с вами листик получился. И давайте сделаем еще пико. Работу разворачиваем, выполняем воздушную петелечку и хорошо подтягиваем. Далее еще одну воздушную петелечку с бисеринкой и подтягиваем. И третью воздушную петелечку и подтягиваем. Далее вводим крючок. Здесь можно просто не вершинку, вот прямо в наши нити. Вот так захватываем несколько нитей. Вот наша вершиночка, но я захватываю чуть-чуть больше. 3 нити. И выполняю соединительную. Наш с вами листик готов. Нить можно обрезать. Давайте посмотрим, как наш листик будет смотреться из однотонной пряжи. После того, как вы нити уберете, у вас получится двусторонний.
Сегодня мы с вами научились вязать маленькие, красивые, нежные листики с бисером. Итак, наш листик будет выглядеть из пряжи секционного крашения и так из однотонной пряжи. Творческих вам успехов!